Международный день признания прочно вошел в праздничный календарь страны. Сегодняшнее 26 августа особенное. Страна отмечает 10-ю годовщину признания Российской Федерации независимости. Традиционные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику первого президента Владислава Арзенба в селе Нижняя Эшера. Школьники, студенты, политические и общественные деятели, руководство страны начали 26 августа с посещения могилы первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Международный день признания, а точнее тот факт, что таковое состоялось, связывают в первую очередь с основоположником современного абхазского государства. Случилось то, к чему шли многие поколения абхазов, ради ценой тысяч жизней добились мы признания нашей независимости, победы. Конечно же, это неоценимо. И сегодня мы имеем возможность жить, созидать, думать о будущем. Говоря о роли наших первых двух президентов, Владислава Григорьевича Арзенба, Сергея Васильевича Багапш, конечно, это те люди, которые внесли огромный вклад. Сложно переоценить значимость первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Арзенба, основополагателя нашего современного государства, человек, который отдал фактически свою жизнь за то, чтобы построить наше государство. Если говорить о роли личности Сергея Васильевича Багапша, конечно же, сегодняшний день, а день признания мы связываем с его именем. Новым этапом в развитии абхазского государства назвал дипломатическое признание страны чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Я считаю, что значение 26 августа 2008 года для Республики Абхазия переоценить невозможно. Этот день положил начало реальному установлению государственности вашей страны, международному признанию, признанию прежде всего со стороны Российской Федерации независимости Республики Абхазия. Я думаю, что этот день знаменует собой начало нового этапа в развитии Абхазии, в развитии благосостояния абхазского народа. Я считаю, что это этот день, наряду с 30 сентября, безусловно, вошел в историю вашей страны, стал неотъемлемой частью истории Республики Абхазия. 26 августа 2008 года осуществилась многовековая мечта абхазского народа, отмечают представители старшего поколения. Свидетели развития грузино-абхазского противостояния, а позже жесткого давления ельцинского режима, рассказывают, что тогда и представить не могли смены политического курса в России. А вот Владислав Арзенба, рассказывает политики, никогда не сомневался, что Россия нас признает. Этот день довольно важный, значительный во всех отношениях. Я думаю, что с признанием России перед нами открывается большая перспектива в национальном развитии, в государственном строительстве. Естественно, с самого начала, начиная с первого президента, первый президент был уверен, что нас начнут вскоре признавать. Так оно и получилось. Но, естественно, второй президент Сергей Васильевич вложил значительные усилия в том, чтобы нас произошло то, что произошло. Я хочу поздравить народ Абхазии с таким большим праздником. Это очень важное мероприятие, которое шли многие года абхазский народ, положив жизни многих людей за этот день. И я считаю, что мы в этом плане, в международном признании, достигли самых больших высот. Естественно, Владислав Григорьевич Арзенба – это основоположник наших побед на современном этапе. На празднование юбилея признания независимости в республику приехали десятки гостей, представители администрации городов России, республик Северного Кавказа, депутаты Госдумы. Сергея Бабурина с Абхазией связывают давние и добрые отношения. Политик сердечно поздравил народ Абхазии с праздничной датой. В этот праздничный день вспоминают людей, которые несли особый вклад и в победу республики, и в признание Абхазии России другими странами. Это первый президент республики Владислав Арзенба, потому что я с ним познакомился, когда он был еще председателем Верховного Совета,
И благодаря его личному железному характеру, благодаря его отваге и беззаветного служения Абхазии, республика устояла. Признание независимости Республики Абхазия Российской Федерации произошло в годы правления второго президента Сергея Багапш. Сегодня, в 10-ю годовщину, сюда, в его родное село Джгерда, приехали все те, кто помнит и чтит вклад Сергея Васильевича в дело дипломатического признания республики. Соратники и друзья Сергея Багапш с самого утра едут в Джгерду, где обрел свое последнее пристанище второй президент. Те, кто 10 лет назад были рядом с ним, рассказывают, что 26 августа 2008 года исполнилась главная мечта Сергея Васильевича. Но сегодня особый день в истории абхазского народа. Это состоялось выдающееся событие. Мечта многовекового абхазского народа исполнилось, Абхазия получила реальную независимость и признание со стороны великого государства Российской Федерации. Мы сегодня находимся у могилы Сергея Васильевича Багапши, который внес большой вклад в признание Абхазии. Он был продолжателем дел Владислава Григорьевича, и мечта нашего народа исполнилась при его руководстве. И вот сегодня, благодаря тому вкладу, который внес Сергей Васильевич Багапш, той работе, которую делали его соратники, мы получили независимость. Абхазия признана многими государствами. Есть уверенность в том, что и это признание продолжится. Ну, для нас, для нашего народа, для нашего государства это самый главный праздник после Дня Победы, День Признания. Великая заслуга Сергея Васильевича в этом. Сергей Васильевич, я прекрасно помню тот день. Я думаю, что в его жизни это был самый большой праздник. Добиваясь признания республики, Сергей Васильевич делал упор на внешнюю политику. На его счету сотни международных визитов, в том числе в Латинскую Америку. Особое внимание он уделял взаимодействию с братскими народами Северного Кавказа. Являясь руководителем Кабардино-Балкарии, когда он был президентом Абхазии, мы часто общались, часто взаимодействовали. Это очень удивительный человек был, по своему величию, по государственный человек, глубоко порядочный, мыслящий человек. И всегда мы, это общение, которое было между нами, всегда обогащало это. Он приезжал несколько раз, он ездил в республике Северного Кавказа, в целом по Российской Федерации. И он очень большой вклад внес в развитие республики Абхазия. Особую важность для безопасности Абхазии несет в себе факт признания Российской Федерации, отмечают военные. Сергей Васильевич Багапш, это который вот непосредственно двигал это дело после Владислава Григорьевича. И благодаря его огромным усилиям и человеческим качествам было достигнуто то, что мы сегодня. Как Сергей Васильевич говорил, нас признало самое большое государство – это Россия. Ну, конечно, без его участия, в первую очередь, конечно, это трудно было представить, насколько и народ, и мы знаем, он все сделал, чтобы этот день, насколько быстрее, чтобы оно приблизился. Признание длиною и ценою в жизнь. Эти слова стали пророческими для двух глав нашего государства – Владислава Арзенба и Сергея Багапш, с именами которых теперь связан совершенно новый этап развития независимого абхазского государства. Илана Казымба, Сасрыкова Агухава, Абазатова.